Scissor Sweep. Свип ножницы. Действие, которое знают все, и это, наверное, один из первых свипов, который учат на белых поясах. Мы можем подать здесь, здесь, разворачиваться и делать свип. Для того, чтобы сократить рычаг, я буду брать сейчас Тимура не за отворот, а вот здесь за ткань на локте, ну, либо вообще под локоть. Там хороший контроль, работает как в ги, так и на луги. Второй захват здесь. Я разворачиваю свой корпус в scissor guard, не ставя ноги на пол. То есть я не делаю вот этого. То есть контакт все время с его бедрами остается. Угол здесь 35-45 градусов. Не знаю, кому как виднее. Главное не так, чтобы он меня расплел в ту сторону. Да, стоп. Угу. И не вот так, чтобы он мне сразу не задавил. Да. Вот исходное положение. Здесь крючок, которым я могу плюс-минус руководить центром тяжести. Я стою на ногу, да? Кладу свою ногу вот сюда, нижнюю. Не стараюсь перебросить Тимура через ногу, лежащую здесь. Я сам себе мешаю. Я ставлю ногу сюда. Теперь работаю спиной. Тяну, разворачиваю и помогаю ногой. То есть, если я хочу выйти в маунт, я также плотно опускаюсь. Если я не хочу выйти в маунт, я потом расскажу почему. Я обычно перехожу на рычаг. Вот на такой. Целых 3 раза репетировал Тимур этот свип, он сейчас вам его продемонстрирует. И даже рычаг. Не надо было мне это показывать. Итак, возвращаясь к основному принципу, дать противнику что-то, но совсем не то, что он хочет, чтобы он совсем огорчился. Итак, Тимур выходит на scissor sweep, и мы знаем, что он хочет положить меня на это плечо. Да? То есть оно должно быть ниже. Что я хочу сделать, чтобы было все иначе. И делаю свое дальнее плечо низким. Я меняю угол плеч, и для этого даже немножко разворачиваю таз. Вот такое движение. А? Делать свип. Здесь я держусь. Он хочет, чтобы я упал сюда. Он не может меня сейчас перевернуть, потому что другое плечо у меня снизу. Даже если он меня будет толкать ногу, я упаду вот сюда. Это первое, что я буду делать. Менять угол по возможности, да? Сменил. После этого я могу делать вот такую штуку. Хватать свободной рукой из-под ноги его нижнюю ногу. Да, пытаться выходить в трайпод, ломать, проходить. Или, в принципе, перешагивать. То есть, да, изменим. Такой пункт. Я здесь, я контролирую его. Я оттолкнулся, я раскатил, подъехал. Раз, изменил. Пункт. Захват здесь. Здесь хуже, здесь лучше. Плечом вниз. Второй захват. Уже здесь я выиграл свои захваты. И разложил Тимура. Красиво получилось? Отлично. Вчера перед сном придумал. Окей. Ну, разумеется, коль скоро между пунктом А и пунктом Б много точек, есть еще способы уйти на других этапах от scissor sweep. Да. Я падаю и оказываюсь сверху. Как это делается? Выглядит прям... Нет ничего сложного. Я продолжаю движение Тимура. У меня свободная рука. Да, он мне валит. Моя рука уходит под его ногу. И я продолжаю докручиваться. Пум. Я здесь. Уже не сидит. Более того, загружена всем моим весом его нога. Ну, ходи туда, двигайся. Да, у меня есть даже возможность к нему в сайт заползти при хорошем раскладе. Но в любом случае, я не дал ему на свип, не отдал ему 6 баллов и разрушил структуру его гарда. И вариант какой-то поздний, когда я упал. Стоп. Перед этим напомню, как мы сидим в гарде.
Да, классика. Одна рука контролирует его бедро и таз, находясь внутри его гарда, да, внутри вот этого треугольника. Вторая рука не дает ему подняться, да, вот упор, опора, упор, фрейм. Вот. Теперь начинаем, да, Тимур делает свип. Я падаю, а эта рука у меня остается. Смотрите, я делаю так, чтобы она была прямой. А, Тимуру очень сложно пойти на меня, пока есть эта рука, да. А у меня есть расстояние. Смотрите, когда я падал, я отъезжал слегка тазом. Теперь я могу или встать и оказаться сверху, или, если я среагировал слишком поздно, оказаться в гарде. Но, смотрите, рассмотрим вариант, когда я все-таки среагировал, мы приземлились в такой позиции. Я перехватываюсь верхней рукой. Это он может даже держать, да? Я перехватываюсь, вот круг убираю отсюда, блокирую его верхнюю ногу и хватаю штанину нижнюю. И теперь вот это движение, я переворачиваюсь на живот. Бум! Да? Встать ему очень сложно отсюда. А мне достаточно просто поехать на него. Еще раз. Объехал, заблокировал ногу, пойдем в штанину, на живот, заехал сверху, или то же самое. Вариант для юных леглокеров. Вариант для леглокеров. Раз, я не знаю, два. Три. Еще вариант, который чаще всего получается на сопротивляющихся соперников. То есть я приземляюсь точно так же, рука прямая, не даю ему встать. И я буду подниматься. Тимур хочет подняться, чтобы доделать сик и заработать свои баллы. И я буду подниматься. Он будет подниматься. И я буду подниматься. И кто раньше встанет, вот смотрите, сейчас. Ни у него баллов, ни у меня, но я как минимум лишил его 6 баллов. Как минимум. Как, если совсем плохо, я хотя бы в гарде могу оказаться, чтобы развивать дальнейшую атаку. Но так мы вместе встали, вернулись в положение zero и пошли работать дальше. Все записали? Да. Все, спасибо. Спасибо.